Лунар начинает испытание новейшей разработки. Технологии рекультивации. Остается 90, а потом 240. Некоторые никогда так и не бросили свои дома, а кто-то даже вернулся обратно. Идите на вывезенные зоны отчуждения. Демонстрации в разных городах. 10 миллиардов гривен в оплату бессрочного договора аренды. Шайка преступников. Они ставят себя выше закона. Что скрывается за засекреченными патентами? Ясно одно. Саркофаг трогать нельзя. Игорь, просыпайся, Соня. Смотри, смотри, вон там. А помнишь эту поляну за деревьями? Там ты сделал мне предложение. Ты так нервничал, ты был таким милым. Но ты сейчас такой мой дорогой профессор Хименюк. Боже, как приятно вернуться после стольких лет, правда? Игорь, ну что за дела? Ну ты так и не проснулся. Подъем. Так, ребят, сам ты, Таня. Всех приветствую на прохождение игры Чернобыль. Таня, прекращайте шутки. Надеюсь, будет игрулька интересная. Блин, Ну ты и Соня. Сама такая. Жалко, что нельзя вписать здесь свое имя, чтобы меня назвали не Игорь. Ничего против имени Игорь, конечно, не имею, но... чтобы называла меня Арчи. Ну ладно. Давайте смотреть, что тут у нас. Обрывок газеты. Угу. Это все про аварию, правильно? То, что произошло. Если кому-то интересно, ставьте на паузу и читайте. А мы пошли дальше. Ну, смелей. Немножко смелей. Давай, Игорек. Во, красавчик. Игорь. Помните, раньше был прикол такой? Игорь. Кто помнит, как говорится, плюс они. Подожди. Блин, ну атмосферно, атмосферно. Надеюсь, второй сталкер будет таким же самым. Так, Танюха, а ну, стой. Ты куда? Сделал мне предложение. Так нервничал. Такой милый. Мой дорогой профессор. Татьяна Амалиева, немедленно прекрати это ребячество. Быстро. Где? Сюда подошла. Татьяна Амалиевна. После стольких лет. Да твою ж! Ну хватит уже! Ууу, ребят, погоди, погоди, стой, я немножко, немножко, кажется, очканул. Так. Ладно, Танюха, кажется, документы на развод тебе даст мой адвокат. А мы пошли отсюда. Блин, это несерьезно, это реально несерьезно. Надеюсь, таких скримеров больше не будет. Ладно, побежали. Если ты тоже испугался, напиши в комментариях. Посмотрим, сколько нас очкошников. Но я так понимаю, это вступительная сцена, правильно? И у нас нету ни оружия, ни инвентаря, ничего. Мы должны пройти будем сейчас. Куда-то. Слышь, Танюха, это не смешно. Давай, как бы, пошли отсюда. Предлагаю немножко ускориться.
Предлагаю немножко ускориться. Надеюсь, вы не против. Это еще что? Без понятия. Игорь. Во-во-во-во, женщина, ты меня пугаешь. Серьезно? У нас с вами есть калаш? Так, ага, а инвентарь я не могу, да? Жесть. Ах ты, шкура! Так, все, уходим. Давай, Игорь, погнали. Я таки извиняюсь, что это было. В дом зайти нельзя? Нет, зайти нельзя. Ладно, Игорь, побежали. Побежали отсюда. 40 метров, ага, к горячему дереву. Ну? Нам внутрь, да, зайти надо, я так понимаю. Так, игра, что ты от меня хочешь? Чтобы я сделал что? Что ты от меня хочешь, чтобы я сделал что? Ребята, она не хочет никуда идти. Оно не хочет, чтобы я куда-то шел. Вниз могу спрыгнуть? Не, вниз не могу спрыгнуть. И сюда не могу спрыгнуть. А-а-а! Что-то такое. Понял. Мы неизбежность. Моя прелесть. Голум, голум. Так, немножко посерьезней. Угу, это типа были мои воспоминания, почему правильно? Почему это место кажется мне таким знакомым? Это же моя старая мастерская. Думаешь? Так. Пожалуйста, поспеши. Неужели ты не видишь, что эта реальность разваливается на части? Вижу, вижу. Так, изготовить нельзя. Угу, у нас ничего нету с вами. Хорошо, хорошо. Давайте, пошлите. Посмотрим, что у нас с вами тут есть. Карточка. Окей, бесполезная карта. Давайте разбираться. Ты кто? Электронные какие-то, да? Компоненты. Так, хорошо, хорошо. Но ствол мы так сделать и не можем, да? Начать изготавливать. Изготовить. Чего не хватает? Механические детали. Окей, значит, где-то тут должны быть механические детали. Есть? Да, есть механические детали. Создаем. Угу, не хватает. Окей, давайте искать. Давайте. Ура! Мы ищем механические детали. Надо возвращаться к работе. Это единственный способ выбраться отсюда. Да возвращаюсь, возвращаюсь. Ты же видишь. Все, изготовить.
Серьезно? Так приятно вернуться. Как неожиданно и приятно. Ну да. Зона оцеплена. Нар церемониться не будет. Будем надеяться, что нашим источникам можно доверять. И мы не нарвемся на патруль по пути. А если нарвемся? Тогда будем разбираться по ходу дела. За это нам спящая красавица и платит. Забыл? Ну да, твоя правда. А ты правда веришь, что они тут тестируют свою рекультивацию чего-то там? По-моему, там нет никаких испытаний. Но что-то явно происходит. Точно тебе говорю. Слишком много наемников для такой небольшой территории. Ну, с наемниками мы разберемся. Там поди сброд, который Вагнер не взяли. Да пошел ты! Я с этими парнями плечом к плечу воевал. Знаю, знаю, Антон. Я так подкалываю. Давай сосредоточимся на том, как достать для нашего профессора немного этого... Черноболита? Так он называется, Игорь. Игорь! Игорь, пора выдвигаться. А? Что? Я, кажется, задремал. Ладно, погнали. Что ты такое? Что, профессор, передумал уже? Если собрался дать заднюю, лучше скажи сейчас. Ну уж нет. Пора, наконец, и разобраться с этим делом. Слышь, Игорь, а ты не хочешь бластер взять в руку? Бластер Шмастер 2000. План точно сработает, профессор Хименюк. Зови меня Игорь, и да, он сработает. Вы делаете свою работу, а я свою. Договорились? Старайтесь не высовываться. Только перестрелки нам не хватало. Зови меня хозяин, не ошибешься. Перестрелки? Ты во что нас втянул, Игорь? У нас нет выбора. Это нужно сделать. Не люблю я загадки, профессор. Но ты тут босс. Похоже на ту ночную операцию в Сирии. Помнишь, Оливер? Помню. К сожалению. Так, хорошо, на постоянной основе можем приседать. Отлично, только у нас оружия с вами нету. Что это такое вообще? Генератор порталов. Окей, а это. Карта. Так, давайте смотреть. Не, метку мне наставить не надо. Как мне двигать карту? Ага, на кнопочке. Окей. Найти. Ой, даже зачитывать не буду. Так, навыки. Навыки недоступны. Союзники. Спокоен, здоров, здоров. Рецепт изготовления. Костер. Ага. Понял. Пока здесь нам ничего не надо. Так, побежали. Миша! Миша, ничего не выходит! Нужно отступать быстрее! Давление падает! Спускаемся скорее! Бегом, бегом! Потом ворон будет считать. Игорь, пора! Через заборы в канализацию. Слышь, Мих, погоди. Погоди. Подземное царство. Это просто дырка в земле, Антон. Миш, может, не надо? Ох, как же я чешусь. А вы... Кстати, как тут дела с радиацией? Вроде достаточно времени прошло уже, да? Слушай, не забивай себе. Я так понимаю, мы видим будущее. Нам нужно сделать дело и уйти отсюда живыми. Прикольно. Сосредоточимся на этом. Игорь, если начнется мясорубка, не высовывайся. Мы со всем разберемся, ладно? Да. Геройствуй. Без проблем. Без паники, Оливер. Где ты видишь героя? Здесь только отчаявшиеся люди, идущие в самое сердце тьмы. Слышу, я самый первый на тапок встану, так что не переживайте. Так, давай. Хватит разговоров. Вперед. После вас, Игорь. Дамы и умники, вперед. Так, ответить вежливо. Шутник, да? Вот дерьмо. Игорь, ложись. Беги ко входу в канализацию, а мы за тобой. Так, ложись или беги. Лужный треугольник. Наверное,
Так, ребят, давайте движемся потихонечку. Надеюсь, нас не заметят. И мы сможем миссию исполнить. Только самое интересное... Хорошо. Самое интересное, вы видели, да, что взорвалось? Я так понимаю, наш персонаж Игорь видит будущее. Так, обратите внимание на компас сверху экрана. На нем обозначены цели, важные... Ага, и случайное событие. Используйте, если заблудитесь. Хорошо. 130 метров. Так, мы сюда сможем пройти? Игорек. Не, Игорек сюда не сможет пройти. Идемте, значит, слева. Так, я знаю, что вы ничего не видите. Я сам ничего не вижу, но по-другому никак. Нас могут запалить. Хотел бы посмотреть на челика при полном обмундировании, который будет так гусиным шагом ходить. Так быстро. Стань невидимкой. Каким образом? Это ж не Крайзис. Максимум брони. Максимум невидимости. Ты был в лаборатории? Ага. Недолго. Видел что-нибудь любопытное? Нет. Для любопытного мне уровня доступа не хватает. Дай-ка мне бутылку, Серега. Ага. Этим бы лишь бы на бутылку сесть, я понял, ладно. Тихо, 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 тихо. Тихо, ладно. Не будем мешать ротоводам. Пошлите. Только каким образом? Каким образом нам пройти? А мы можем тут лечь как-то? E, Q, Y, J, Z. Не, не можем, да? Так, и что вы мне предлагаете? Мне нужно туда. Каким образом мне это сделать? Слева, наверное, обойти. Слышь, Серега, что-то как-то ты быстро... Быстро встал с бутылочки. Так, рискуем. Ладно, рискуем. Была, не была. Пронесет, так пронесет. Если нет, то ну, что поделать? Прицел, ну что поделать? Так, Серый, только не ври, что ты сюда и проходишь. Серега. Так, все, пошли. Стой, кто идет? Приказать Оливеру устранить их. Мне бы помощь не помешала. Он же... Решил, что пора тебе помочь. Все, отлично. Спасибо, могу забрать оружие. Нет, оружие забрать не могу, ладно. Да, 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 я тут. Сюда! Здорово. А что вы раньше помочь не могли, не? Это точно нужный вход? Я здесь работал. Ты что, забыл? Конечно, я уверен. Игорь, проверь уровень радиации, ладно? Так, давайте проверим. Ну? Ну? Не поверите, нажимаю единичку. Ну. Три, а, вот. 6, да, не отлично, но и не ужасно. Выше нос. Мы в безопасности. На ближайшие
час-два. Вы все не в безопасности. Да в безопасности, не сы. Правильное решение, потому что сверху ходить как-то мне не хочется. Так, все, пошли, парни. А вы не хотите мне ствол надеюсь, дать, не? Надеюсь, память тебя не подводит. Ладно, я пойду вперед. Так точно, капитан Оливер! Давай, Игорь, ныряем. Слышь, Игорёк, а ты не хочешь ствол взять, не? У тебя нет такого желания. Это твоя штука работает, Игорь. У нас сейчас нет времени на лекцию, но она работает. Просто нужно больше чернобылита. Чернобылит? Точно? Самое радиоактивное вещество на свете. Так ты его называешь? Отлично. Он знает, что делает, Антон. Сейчас, ребят, две секунды и немножко полутаемся. Сейчас немного полутаемся и пойдем. Потому что, я так понимаю, без этого хлама мы, в принципе, дальше не сможем развиваться, там, улучшай, да? Наше оружие и наше жилище. Так, а как же перелистывать? Ага, вот перелистывать, как понял. Можем еду искать. Ага, 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 окей. Показатели плохие. Слишком высокий уровень. Нужно выбираться отсюда. Мы не можем его оставить, боже мой! Выпустите меня отсюда! Выпустите! Александр Борисович, кто-то должен открыть вентили вручную. Кому-то придется пойти внутрь. Жесть. Так, парни, а вы где? Вы что, меня бросили? Здорово. Не шутите так. Стоим! Вижу противника. Двое впереди. Тише. Антон, тот слева твой, а я возьму... Я займусь вторым, Оливер. Ого. Поглядите-ка. Ладно, я на твою славу не претендую. Но если нас грохнут, я буду очень зол. Я тоже. Так. А где второй? Так, используйте что... Ага, понял. Все, спокойной ночи. Хорошо, с одним справились. Но ствол ты так и не хочешь, да, у него забрать? Да. Ствол Игорь не хочет брать. Да, давненько я тут не был. Что? Что там такое, Игорь? Ладно, Игорь, твой выход. Все по плану. Готов? Готов. Пытаюсь получить доступ к терминалу, если кнопка АЗ-5 еще работает. Игорь, не надо! Татьяна? Игорь, ты там уснул, что ли? Время не ждет. Так, не нажимать кнопку и сказать правду. Не нажимать кнопку и придумать отмазку. Давайте скажем правду. Не знаю, я бы, наверное, сказал бы правду. Тем более парни со мной пошли. Вы это слышали? Голоса. Вот это вообще не тот вопрос, который сейчас в тему, Игорь. Ты как, в норме? Не делай этого, любимый. Черт. Я не могу.
не могу нажать эту кнопку. Ну как хочешь. Антон, выдвигаемся. К реактору. Бегом. А может у нас белка, а может нам и надо нажать эту кнопку. Не знаю. Но раз по игре нам не дали нажать кнопку, значит все правильно делаем. Давай, пошли. Я, конечно, с этим детектором этим... А можно его как-то убрать? Во. Давай, парни, уносим ноги. У нас же был план, Игорь. Почему ты просто не нажал на эту чертову кнопку? Потому что нельзя. Беги. Куда бежать? Так что с радиацией? Антон, пожалуйста. Ты меня нервируешь. Давайте там пошевеливайтесь. Что нам нужно сделать, скажите, пожалуйста. С тобой поговорить? Ага, вот. Понял. Даже холоднее, чем я помню. Ты уже видел его раньше, да? Фрагмент был немного меньше, но для начала исследования мне этого хватило. Может, расскажешь, как работает эта твоя чудо-пушка? Создает проход сквозь пространство и время. Червоточину. Прокладывает туннель с двумя выходами. И использует редкий вид энергии, чтобы держать его открытым. Редкий вид? В смысле, чернобылит? Он самый. И куда ведет этот туннель? Туда, куда надо. Давай на этом пока и остановимся, ладно? Что-что? Моя невеста. Она исчезла здесь во время катастрофы 30 лет назад. А мы можем о ней потом поговорить? А! Господи боже, на помощь! Ты? Что ты здесь делаешь? Я ничего, я ухожу. Все-все-все. Меня здесь нет, тебе показалось. Так... Оливер! Куда ты делся, Оливер? Оливер. Так, все, вносим ноги. Это что вообще было? Послушай, я... Боже, мне так жаль. Антон был хорошим парнем. Кто этот выродок? Откуда мне знать? Он как-то использовал отрицательную энергию чернобылита для телепорта. Чтобы это подтвердить... Так, стоп. Сейчас не до этого. Он может сюда попасть? И где мы вообще? Мы внутри червоточины, соединяющей две сингулярности. Она короткая и нестабильная. Так что надо поторопиться, понимаешь? И нет, он не сможет попасть сюда. То есть, в теории может, но вероятность низкая. И избавь меня от подробностей. Просто вытащи нас отсюда. Да, хорошо. Сюда. Ты выйдешь возле базы Михаила, надеюсь. Значит, там и встретимся. Ох, моя рука. Прямо и изнутри крутит. Я этого козла урою. Антон, обещаю тебе. Все, валим. Валим, валим, валим. Это место раньше было совсем другим. Оно как змея, которая раз за разом сбрасывает кожу. Тебе придется снова изучить его. Прочувствовать, подчинить.
День первый, Чернобыль утро. Так, отлично, пушки так у нас и нету. Ага, мы можем использовать ее. Так, куда нам надо? Так, сингулярность. Разрыв ткани реальности. И основа этой реальности и правда очень хрупкая. Время на исходе, иди. Да иду, иду. Погоди. Так, не сюда. Побежали. Так, состояние психики нормальное, здоровье маленькое у нас. Хорошо. Все, мы дома. Отлично. В, чтобы выключить фонарик. В? Ну? О. Есть. Твою ж... Падла, я с гребаным сканером. И что мне с ним делать? Ладно, давайте уберем сканер. Давайте уберем скорее. Сканер. Все равно он бесполезный. Может, тут где-то есть что-то полезное для нас? Не? Нету. Жалко. Так, кто ты? Лекарство. Отлично, на троечку. Так, нажмите, чтобы открыть инвентарь. Ага, отлично. И давайте использовать. Все, здоровье восстановилось, да? Тихо-тихо-тихо-тихо, все. Сколько раз мы проходили через эти двери? Уже и не сосчитать. Давай пройдем вместе, любимый. Давай, зайчик. Чисто. И отлично. Так, все. А можно мне... добраться домой. Я думаю, в принципе, на этом можно будет серию и закончить, да, ребят? Так, анализатор среди, так, среды покажет все ресурсы. Ага, и предметы вокруг. Окейушки. Давайте пособираем. Ну, не знаю, по поводу крафта, ну, такое себе. Не сильно очень хочется этим заниматься. Тем более на постоянной основе. Так, что тут есть? Механические детали, хорошо, отлично. Мы, надеюсь, идем домой или нет? Мы, надеюсь, с вами идем домой. Так, давайте возьмем. И давайте вот это вот, ну. Еще заберем. Все, отлично. Да, я понял, что на костре мы будем сейчас готовить с вами грибной суп. Ну, давайте уже все пособираем, раз мы уже тут. Так, давайте смотреть, что мы можем сделать. Суп. Угу, есть, отлично. Все, больше нельзя, да? Химикаты. Серьезно, мы в супе используем химикаты. Шикарно, шикарно. Бон аппетит. Надеюсь, это наше убежище. Да, 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 да. Так, чтобы я видел. Пароль. Оливер, да это же я! Игорь! Черт! Ностальгия, пароль, ностальгия! Ты же сам его придумал! Видок у тебя так себе, Игорь. А у нас никаких лекарств нет, даже бинтов. Ты бы поискал чего, да подлатал себя. Видок у тебя так себе, Игорь. А у нас никаких лекарств нет, даже бинтов. Ты бы поискал чего, да подлатал себя. Да я уже подлатал себя. Давайте попробуем покушать. Не могу, не надо. Ладно, дай пройти. Я уже подлатал себя, дай пройти.
Слышь, а дай пройти. У тебя так себе, Игорь. Видок, видок, видок. Хорошо, ты ж от меня не отстанешь, правильно я понимаю? Ты понимаешь, ты от меня не отстанешь, если я что-то тут тебе не найду. Так у нас же все есть с вами. Что нам еще надо? Что еще для полного счастья надо? Так. Все, больше ничего не можем приготовить. Больше ничего не можем приготовить. Давайте смотреть. Давайте смотреть, что мы сможем скушать. Ага. Это бинты. Понял. Все, отлично. Теперь понял. Ладно, заходи. Разрешаешь? Ты же у нас на все руки, мастер. Осмотри здесь. Может, этот хлам на что-нибудь сгодится. Это твоя стихия, милый. Время сотворить порядок из хаоса. Так, наверное, ребятки, мы с вами порядок из хаоса будем делать в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась игра. Не знаю, меня пока не заинтересовало, как будет дальше, я пока без понятия. Так что все, ребят, всем спасибо, кто просмотрел до этого момента. Не забывайте там брать лайки и подписку, и можете оставить пару комментариев. Все, всем мур-мур и до потом.